Всем доброе утро. Едем на работу. Оказывается, у нас весь день лил дождь ночью. Ой, весь день, всю ночь. Так, по крайней мере, подруга сказала. Как вкусно пахнет мокрым асфальтом. Действительно мокрый. Я брюки одела. Ну, как брюки, вот они коротенькие, с моими кедами. В общем, я такая вся, такая деловая, вся такая модная. Куда деваться? Еду сейчас за девочкой, вернее, не за девочкой, она меня там ждет по дороге, еду ее подстригать. Вот. Ну, в общем, работать еду. Смотрите, какая у нас красота. Да? Ну, дом и дом, у меня тоже. Туда еще надо добраться. Чушь, я на горе живу. Блин, Чарли, что тебе надо? Я тоже. Красота. Вот дождик передавали на сегодня, на завтра. Не знаю, не уверена. Иду домой, и знаете, что думаю, что надо уже перебрать свою обувь, потому что кое-какие убрать, что босоножки, я в этом году достала пару босоножек, вообще даже не надевала вообще, платье есть, и тоже не надевала парочку, не знаю почему, как-то лето что ли быстро прошло, или не знаю, в общем. Но не из-за того, что оно мне не нравится. Просто нравится платье, просто как-то босоножки тоже не слишком, можно сказать, красивые, что ли. А сегодня одела свои вот эти кеды, не кеды, как их назвать, не знаю. Вот. И очень них удобно, и хорошо. Я вообще люблю такую погоду. Да, не жарко, уже так классно можно надеть черненькую маечку. Пойдемте на море посмотрим. И за хлебушком сейчас в Лидл поеду. Хлеб только с Лидла. Кушаю. Черный наш. Он на наш похож. Сидит там спасатель. Мне так его жалко стало вообще. Он сидит там один, бедный. И никого на пляже нет вообще. Ну, там вот один человек сидит. Прикиньте, как ему скучно. Это же вообще можно с ума сойти. Это хуже, не знаю, тюрьмы, наверное. В такой погоде, ну хотя погода нормальная, но вот он сидит один так. Так мне его жалко. Хотя море хорошее. Может быть, не успела, но все-таки остыть. А то, вот видите, тучи какие. Да и на небе тучи. Я смотрю на него, бедненький. Надеюсь, у него интернет есть в телефоне, чтобы там полазить и посмотреть что-то. Хоть какие-нибудь видосики, например, мои. Так что подписывайтесь, друзья. Вдруг у вас тоже какое-нибудь будет такое время, что скучное. А тут раз и я с моими видосиками. На обед у меня будут. Чарли пьет. У него, наверное, воды мало. Макарошки, вернее, спагетти такие цельнозерновые. С соусом песто. Помните, я покупала? И салат из авокадо с анчоусами. Сейчас буду резать авокадо, пока у меня тут макарошки варятся. Они немного дольше варятся, потому что ну, типа цельнозерновые. А еще мне что-то надо сделать. Наверное, икру сделаю. Заморскую, баклажанную. Надо сейчас посмотреть в этом, ну, в интернете полазить, как ее делать. Кабачковую я знаю, а баклажанную что-то не очень. В общем, будем лазить. И пойду оденусь, а то я опять хожу в трусиках и в люфчике. Но прохладно, можно уже и одеться. Мой обед. Всем приятного аппетита. В общем, сейчас буду разбирать вот этот весь бардак. Дело в том, что здесь неудобны вот эти штуки, потому что если я кладу вот так обувь, то она просто туда проваливается. Туда, видите, вот так.
и падает до низа, поэтому приходится вот так наваливать все, чтобы все было навалено друг на дружке, а иначе все провалится вниз и будет так же валяться, но уже внизу. Поэтому я сейчас оставлю буквально, не знаю, пару-тройку всех этих босоножек и уже буду раскладывать кроссовки. Кстати, их я сюда уже поставила, двое из них. Кроссовки хорошо там умещаются. В общем, поехали. В моем желании здесь все равно все не влезет, поэтому как-то так оставила только вот такие шлепки, вот эти белые босоножки, вот эти шлепки, которые типа джинсы, ну и вот парочку, потому что ну просто не влезли, как-то так. А остальные уже прибрала, я их не мою, ничего, просто протираю, как это называется-то, подошву, и все. А вот эти выброшу, они, я уже второй год их не ношу, поэтому отправляется в мусорку. Кстати, они мне довольно-таки нормально послужили. Ну вот, обувь уже перебрала. Потихонечку можно добираться до одежды. Осень-то на носу. Хотя, знаете, завтра-послезавтра опять начнется жара. И буду думать, зачем я все это спрятала? Но это будет завтра. Друзья, вы заметили разницу? У меня произошла перестановка. Та-дам! Помните, здесь стоял вот этот комод? Я уже давно его хочу переставить. Но так как он какого-то коричневого цвета, он мне как бы не подходит под мой интерьер. Я уже давным-давно ищу что-то наподобие белое, да? Но не могу нифига найти. Мне не нравится ничего. Ни в Икее, ни здесь. Вот когда смотрела вот эту мебель, ничего подходящего не было. Перекрасить это не дерево, поэтому краска на нем не будет держаться, потому что его даже нельзя зачистить, потому что это как, в общем, это как, на, как будто наклеено что-то, в общем, перекрасить нет, не вариант. Ну и я что-то лежала-лежала и думаю, надо мне этот угол, мне кажется, так намного уютнее, и диван не будет ползать, несмотря на то, что он как бы стоит, да, но он все равно ползает. И, в общем, мне кажется, очень даже ничего получилось. И такое ощущение, что здесь больше места стало почему-то. Не знаю, мне кажется, что здесь больше места стало. Ну, чего ты там сидишь? А, кстати, подушка это не отсюда. Это моя подушка. Так, вот. Так что, ай, знаете что? У меня теперь проблемы с... У меня теперь картина не висит на середине. Но это проблемс решаемо. Просто нужно сделать еще одну дырку и перевесить. Или вы знаете, no problems, потому что, в общем-то, как бы... Или проблемс. В общем, с креслом вместе. Почему вот сюда кладу это? В общем, когда мы вечером сидим... О, кстати, здесь пульт, что ли? А, нет, это... Вечером сидим, телек смотрим. Здесь муж, как всегда, он не любит лежать на диване, а я-то обожаю. В общем, тут муж, тут я, а Чарли вот тут любит сидеть. И поэтому, когда здесь вот между креслами место, и он туда проваливается. И вот приходится вот это вот так класть, чтобы Чарли не проваливался. Все для любимой собаки, все, чтобы ему было удобно, чтобы он чувствовал себя как дома, а не в гостях. Вот если он лазит по столу, ну и что? Это мой стол, это моя собака, и он лазит по моему столу. Что-то там подлизывает. Я чай пила, там ничего для тебя нету.
с грязными лапами, да, это его микробы, которые пойдут мне в рот, в мой рот, более ничей. Так что ничего страшного. Зараза к заразе не перестает. Но мы не об этом. Уйди со стола. Уйди. Кита дай. Ай, muy bien. В общем, мне кажется, красиво. Он еще так встал. Блин, если бы его можно было покрасить, было бы вообще, как говорится, estupendo, да? Но пока нет. Не могу найти ничего. Ни с ящиками, ни без ящиками. А так, смотрите, он встал идеально по... Ну, вы поняли, да? Ну, не знаю, может быть, когда-нибудь найду. Еще у меня в планах уже надо красить стены. Они все такие грязные, замызганные. Я сейчас прошлась по некоторым. Ой, угоже, время-то мне уже в спортзал надо собираться. Пока я тут перестановку делала, пылюку вытирала. Все-таки под диваном там везде волос Чарлин валялся. В общем, уже время-то прошло. Я еще даже не ложилась, не пробовала, как это лежать в углу. Но мне кажется, будет классно. Так что вот так вот. Пишите комментарии вам как. Ну, конечно, он по цвету не очень подходит. Если хотя бы какую-нибудь коричневую фигню куда-нибудь. Ну, не знаю. Пока пускай так стоит. Тоже неплохо, правда же ведь? В общем, так. Ладно, пойду я собираться. У меня еще есть время выпить ройбуш. Ух, блин, на голове-то у меня. Выпить ройбуш. Кстати, у нас так тепло стало опять. Зря я босоножки все прятала. Опять лето пришло. Вообще, что мне опять жарко. Дождик передавали. Дождем даже и не пахнет. Может, ночью пройдет? Не знаю. Вообще, вот, ой, блин, ну вот этот срочно надо пересаживать, иначе все, кирдык ему будет. Смотрите, как он разросся. Срочно надо ехать за землей. Вы знаете, мне интересно, муж обратит на это внимание? Мне кажется, он нифига не заметит. Он, нет, он подумает, что что-то не так. А что? Я потом вам расскажу. Заметил он или не заметил. У нас уже так темно, можно сказать. Я сегодня даже надела вот такую вот, не знаю, это льняная такая, что-то ветровка, кофта, фиг его знает, как ее назовешь. Но, в общем, что-то я подумала, что прохладно уже, и в штанах иду, и кроссовки. Ну, это моя сумка. И, в общем, свежо, свежо. Я из спортзала шла, когда, прям, знаете, обычно всегда такая потная. Но сегодня у нас были эти силовые упражнения. Поэтому я там не так сильно потею, но все равно. В общем, ну завтра уже, по-моему, нет. Завтра нет, до понедельника. В общем, будет такая погода. Смотрите, всегда любуюсь. Особенно на закате. Вообще классно, да, выглядит эта церковь. Вот этот там уже начинает вытанцовывать. В парке никого, уже довольно-таки... Поздно, около 9. Детям в школу. В общем, лафа. Гулять с собакой не хочу. Класс. Что мы и будем делать? Наслаждаться гулянием и домой отдыхать. Я сегодня довольно-таки много всего сделала. Перестановку. Обувь перебрала. В общем, да, продуктивный день. Завтра уже целый рабочий день, поэтому завтра уже... День пройдет вот так. И нету дня. А потом суббота. Суббота у меня тоже. Ну, в общем, что я вам все рассказываю? Все увидите. Маму, ¿qué pasa? Давно он не бастовал. Но это что-то не забастовка. Это не знаю, что это. Бен! Бен, ты! Унюхал что-то. Бежит, бежит. Ой, а тут тоже рыбки красные вон там есть. Только тут они как западни, видите? Золотая рыбка. Или не в западне. Как они туда добрались мальками, я даже внимания не приложу. Ой, лягушка, что ли? Вот что не люблю, так это лягушки. А что они не квакают? Да, лягушка. А что это я не слышу кваканья? А вот это что такое? Тоже лягушка. Как сюда рыбки попали. Очень странно. Но мальков от лягушек там дофига. Не. Стоим.
тут болото рассматриваем, не могу вообще. Хотела икру забацать, так у меня, оказывается, перца нету. Надо завтра перец купить и сделать кабачком баклажанную икру. Ой, чайник не закрыла. Сейчас чаю попью, уже арбузика поела. Вот, наверное, знаете еще что? Полагурца. Я вчера полагурца ела. Сейчас его доем. Да, такой вот у меня ужин. А что делать? Не мы такие, жизнь такая. И попью какой-нибудь чай, выводящий жидкости из организма. Ну, например, вот этот. Здесь у нас... А, нет. Иноху. Нет. Фенхель. Фенхель, это, по-моему, от газов, да? Зачем? У меня нету газов. Надо его спрятать подальше. Пока что он мне не нужен. Тут у меня чаи разные. Зеленый там уже, наверное, мало осталось. Рыбу шпила. Во! Телу. Это липовый цвет и ментол. Липовый цвет и мента. Мента, ментол. Вкусный. Хороший вот этот цвет. Липовый цвет, он успокаивающий же, правильно я говорю? У меня прям мышцы растут, наверное, я так думаю, буду, надеюсь, по крайней мере. Что за чесотка такая непонятная? Вот, везде все залило у нас кругом, кроме нас. Пипец, Альмерия нет, Аликанте, там вообще что творится? Страсть, хорошо мы далеко живем. А у нас, видите, на завтра опять дождь передают. Ночью дождь, говорят, был, но я его не видела, не слышала. Представляете, насколько чутко сплю. Но я вчера закрыла двери все. И поэтому, наверное, никого ничего не слышала. И уснула так хорошо прям. Даже сегодня утром неохота было вставать. Вот, так что на завтра дождь передают. А мои ж бабулечки, если дождь, они же из дома не выходят, представляете? Да. Что мне дождь, что мне зной, что мне... Праздник заливной или что там? Чесотка какая-то. Чесотка, в общем. Бляха, огурец мандыкнулся. Огурец мандыкнулся. Почищу сейчас. Сальцой немножечко посыплю. И такой вот у меня будет ужин импровизированный. Не, я, конечно, сожрала бы какой-нибудь бутерброд, например, с колбасой. Почему бы нет? Чаю попила с конфетками. Но это нам только снится. Да-да. И то, блин, во сне, наверное, только от сна тоже поправляешься. Ну ладно, прорвемся. В общем, вот такие у нас дела. Подписывайтесь, чтобы увидеть, будет ли дождь у нас завтра или нет. Пишите комментарии. Всего вам самого наилучшего. И всем пока-пока, до завтра.